Всем здравствуйте! С вами Счастливая Улитка. Сегодня 5 марта 2016 года. Хочу вам показать свои дешевые покупки. Этот набор я купила в Магните за 220 рублей. Это пена для бритья и дезодорант для тела. Мужские. Показалось очень дешево. Решила купить. Следующая моя покупка из Латуаля. Это шампунь и гель для душа. Стоимость у них 170 рублей. В магазине Магнит Косметик при покупке одного геля для душа второй подарок. Стоимость 140 рублей. В итоге 140 за две штуки. Взяла с клубникой и шоколадом. Купила туалетную детскую воду для девочек с запахом ванили. Красивые упаковочки. За 200 рублей. Это в магазине Магнит Косметик. В магазине Нью-Йоркер купила шарф. Он очень большой, широкий, мягкий. Понравилась расцветка. Купила я его за 99 рублей. Ранее он стоил 1199. В магазине Бершка купила ботиночки. Ношу 37-38 размер, купила 40. Уже к весне. По скидке заплатила 699 рублей. Ранее ботиночки стоили 2699. Последняя моя покупка на сегодня. Я купила в Обувь.ком за 799 рублей ботильоны. Очень понравились. Все. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.